На следующий год у сферы газификации большие планы. В Ульяновской области запланировано смонтировать 10 объектов. Об этом говорили на штабе по газификации. Губернатор Алексей Русских подчеркнул значимость этой темы для жителей региона. От их скорого и правильного решения зависит уровень благополучия наших земляков и в целом комплексного развития как каждого муниципального образования в отдельности, так и области. Газификация в регионе проводится по двум основным направлениям. Первое – это газификация населенных пунктов, для которых необходимо строительство газораспределительных сетей. Второе – догазификация. По программе развития газоснабжения на 2021-2025 годы построят 27 межпоселковых газопроводов в 97 населенных пунктах. В рамках программы газификации все обязательства выполнены. В рамках программы догазификации исполнение 103%. Могу сказать одно, что когда обязательства по реализации программы газификации всецело легли в плоскость ответственности группы компаний «Газпром», темпы газификации увеличились 1,5-2 раза. На штабе также подвели итоги 2022 года. На данный момент компании выполнены работы по проектированию 25 межпоселковых газопроводов, по которым ведутся строительные работы. За 2022 год на 10 из 13 объектов работы уже завершены. В части догазификации в этом году огромнейший проект стартовал по подключению бесплатно до границ домовладения газовых сетей. Он коснулся по нашей инвентаризации более 5800 домохозяйств. Сегодня мы имеем к концу года результат уже более 70% заключенных контрактов на догазификацию. У жителей региона есть возможность заключить комплексный договор, по которому для них проведут газораспределительную сетку внутри участка и установят все необходимое оборудование. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.